Control. We have typing clearance for shuttle launch. Initiate Stanford protocol. Clear procedures. Check. Victor in the go. go. EA algorithm online. is online. Attest to safety protocol. Check. Launch control to EMV Charon. All systems are Argo. Launch tickets. Personnel are instructed to evacuate the launch pad. board passengers. Shuttle EMV Sheron is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchy decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Я когда в первый раз смотрел видос этот, я кайфанул и сейчас кайфанул не меньше. Икс он, господа, вышел наконец-то, и пришло время поиграть в него. Поиграть в него. Да. Собственно, э, мадам Иден, Эден, я буду называть ее мадам, потому что у нее женский голос. Говорит, что будет отслеживать наши задачи, которые будем выполнять в рамках наших полномочий, именно добираться до Проксима Центавра, выполнять ля-ля-ля, исследования, добывать ископаемые и все остальное. Господа, мы колонизаторы. Мы валим на Проксиму Центавру, и наша основная задача — это, в общем, заниматься, ну, в общем, хорошими делами на вот этой огромной космической... Базе, это колыбель. И мы тут боссы. Да. Собственно, что мы тут имеем? Если вы не смотрели демку, то сейчас я вам буду все рассказывать. Значит, первым делом нам нужно построить цех, который будет обеспечивать нас строительством. А потом у нас будут склады. И кстати, склады, наверное, я сейчас сразу поставлю. А можно сразу два, нет? Ну блин. Так, ну цех лучше, наверное, ставить. Я думаю, что вот так, потому что он тогда освободит нам дорогу в следующий отсек. Здесь много отсеков, знаете ли. Давайте сделаем дорогу для склада вот такую. И в целом надо обвязать все вот эти вот э, ресурсы дорогой. Это ресурсы, да, которые мы будем забирать. Э, говорит Джованни Батиста. Администратор, хочу лично за зачитать вам список ваших первых задач. Я ведущий специалист по крионике Долос, член совета Мардука Джованни Батиста. Äh, ваше первое задание – обеспечить на борту Тикуна необходимую инфраструктуру и условия жизни для экипажа. Ложив в эти основы, вы займетесь... Подожди, я не успеваю читать, сука ты быстрая. Ладно, я потом почитаю. В общем, он мне говорит про а я в целом чуть-чуть понимаю, что надо делать. Пока что мы занимаемся прокладыванием дорог, чтобы можно было любые ресурсы выковырить. Так, а можно как-то почитать-то? Развернуть. О, отлично. Отлично. Итак, значит... Смотрите, бла-бла-бла, потом вернетесь. Итак, наше первое задание — обеспечить на борту, это я понял. Затем вы займетесь установкой двигателя Вохол и совершите короткий тестовый прыжок к Проксиме Центавра. По прибытии ваши исследовательские команды проведут краткий анализ местного космического пространства, соберут несколько образцов гор горных пород и холодной пыли, запустят протокол колонизации, начнут строить фундамент для будущего человечества, тролливали, а потом вы вернетесь назад. Ой, а там еще что-то он херачит. Дружище, ты такой болтушка, оказывается. Ну ладно, пусть договорит, потом почитаю. Значит, смотрите, у нас уже есть один склад, и мы должны назначить здесь хранилище стали. Это основной строительный ресурс после, наверное, или до скорее э, механических запчастей. Если мы нажмем на наш стыковочный отсек, то увидите, что мы можем построить или там запросить э, три вида кораблей Это грузовой, горнопромышленный и научный И, как вы видите, они требуют для своего строительства вот эти шестереночки Шестереночки у нас есть, но мы пока их не видим А вот видим, видите, десяточка тут лежит, сороковочка тут лежит В общем, их не очень много, тут вот полтинник лежит Но, да, надо построить корабли Итак, давайте почитаем, что он там рассказал мне. Я очень хочу знать. Чтобы все это сделать, нужно разобраться с основными функциями Тикуна. Это не так сложно. Тут у нас производство, склады, распределение ресурсов, строительство, цивилизация, выработка электроэнергии путем распределения и исследования космоса, организация экспедиции и все такое. По сути, все необходимое для обеспечения научного прогресса и органичной автономности на борту Тикуна после первого испытания двигателя Вохол имеется. Эден э, или Эден будет показывать и отслеживать ваши основные цели. Спасибо. Спасибо, друг. Спасибо. Значит, что у нас на складе? 20 стали. Давайте вот отсюда забирать. Ну, видите, сразу генерируются дальнобойщики космические, и они это дело завозят туда. Окей. Okay. Значит, вторым делом, которое я хочу сделать, я хочу построить еще несколько складов. Не дает мне, сука, построить гадину. Так, ладно, давайте вот этот склад тоже расковыряем. Администратор, я установила связь с Эмой Клейн. Э, в общем, ведущий специалист по обработке данных в Долос. Господин Долас непоколебим в вопросах безопасности. Учитывая важность Икуна, мы должны иметь полный контроль над тем, что происходит на станции. Меня зовут Эмма Клейн. Я ведущий специалист по обработке данных Долас и член Совета Мардука. Мой отдел только что закончил работу над финальной синхронизацией данных между Эденом и нашей системой обработки данных DLS. Хорошо, не DLSS. Data литеринг System, или система прошутся прошуствовательская... в а, да. Подождите, я найду это. А, система прошел, прослушивания сканирует, записывает и анализирует любой обмен данными. Программное обеспечение DLS, входящее в состав ЭДЭНа, будет фильтровать все собранные данные и предлагать вашему вниманию только самую актуальную информацию. Большое спасибо, Эмма. Спасибо тебе большое. Большое, да, большое спасибо. Так, смотрите, вот у нас второй склад, и мы сюда назначаем вот эти вот э, полимеры. Это полимеры. И давайте сразу попросим этот склад их выковырить. А, дороги нет. Сорян, мой косяк. Да. Она там что-то продолжает рассказывать. Что у меня в 15 фпс. Это, это, это шутка такая, что ли? В смысле, 15, 16 уже. Ну, ну хоть что-то, да оно, когда идет вот эта вот звуковая передача, иногда лагает. Я не знаю, почему. Это какой-то косяк оптимизации, видимо. Бу будем ждать патча первого дня. Так, значит, давайте почитаем, что тут рассказывает. Значит, эта система. Она также предоставит вам краткий обзор любых ситуаций, которые могут возникнуть и сформирует возможные результаты. Так вы сможете отдавать распоряжение напрямую и не заполнять лишние документы. Затем Эден позаботится обо всем посредством аккредитации в DLS. А как это часто бывает со всеми нашими разработками? Начав использовать систему, вы уже не можете без нее обходиться. Да, и прежде чем я уполномочу вас продолжать работу и вершить историю, доктор Мунчи, наш ведущий эксперт по медицинским технологиям, хотел предупредить вас о возможных побочных эффектах Вохол прыжков существует корреляция между длительными космическими путешествиями и развитием слабоумия. Он считает, что вухол прыжок может ускорить этот процесс, хотя это еще предстоит доказать. Он рекомендует вам немедленно отправлять всех членов экипажа куда? Тетка? Где информация? Не пойму. А? А, вот, подождите, я не дочитал. Где было немедленно существует корреляция? Как-то странно здесь этот текст формируется. Отправлять всех членов экипажа, которые проявляют необычное или характерное для слабоумия поведения в госпитале. Такие учреждения оборудованы для лечения не только тела, но и разума. Mm. Помните о том, что все ваши действия и принятые решения записывает Эден. Мы не связаны ни с каким государственным или международными организациями. Вы отвечаете только перед теми, кто входит в состав Совета Мардука и представляет общие интересы и амбиции корпорации. Господи, закрутили-то как, а? Так, забираем запчасти. В общем, как вы поняли, мы работаем на большую корпорацию, которая, по всей видимости, что-нибудь опять нам не договорит или что-нибудь от нас утаит. Но это все. Мелочи жизни. Доступно событие. Какое событие? Администратор, у экипажа станции текут, нет доступа к запасам продовольствия. О, это я, это я сейчас, подожди. И это я сейчас, подожди. У нас открыта пища, и теперь мы можем построить столовую для нашего персонала. Я думаю, что столовая будет вот здесь находиться, да. Почему я так через жопу строю? Ну, потому что я, я хочу делать так, понимаете, вот я объяснил. Я вот так обычно и делаю все. Через жопу. Да. Так, вот это тоже надо забирать, вообще освобождать. А это же такое, подождите. А с, а средняя база снабжения. А что это? Пища. О, слушайте, надо пищу тоже выковырить. Для этого мы, наверное, поставим еще один склад. А где он? Вот он. И я думаю, что у нас ряд складов будет как раз по этой вот стенке. Это очень удобно. Хотя, наверное, я делаю говно, потому что у нас еще есть стыковочный отсек, который, как видите, крепится тоже к этой гребаной стенке. Его... А, слушайте, он и с другой стороны крепится. Тогда нет проблем, все нормально. Давайте укажем, что здесь должна храниться пища. Соберем вот эту пищу вы там это постройте мне, пожалуйста. Стали нету. Ну, вот всегда так, всегда какая-то проблема возникает у них. Нам, вам надо, наверное, ребята, вот здесь дорогу вот так как-нибудь провести, чтобы вы кататься удобнее могли. Это мы тоже забираем, и это тоже. Надо это, всю эту территорию очищать, чтобы можно было... Вон люди ходят, видите? Их как, как, как будто бы они распадаются на пиксели. Ну ладно. Окей, значит, столовая у нас строится. Там почти уже вся сталь привезена. И они теперь смогут покушать. Я хочу построить им сразу же госпиталь, потому что она напугала меня до усрачки, понимаете? Вот здесь будет госпиталь стоять. Обалденно. И у нас есть некие показатели нашей станции. Вот тут можно посмотреть на прочность корпуса. Здесь можно посмотреть на доверие экипажа. И вот смотрите, в этом вот окне, видны остальные отсеки. Здесь, кстати говоря, можно не туда. Мы можем управлять населением. И вот видите, отсеков, как вы понимаете, у нас будет больше, чем один. И домов у нас, смотрите, нету. Давайте домики тоже построим для моих людей. Вот такие вот жилые комплексы можно организовывать. Я бы, наверное, построил их... Ну, вот тут один, допустим. И вот здесь вот, но надо собрать сталь, они вот пока не могут никак справиться с этой задачей. 15, 15 говорю, а сколько внутри может жить? Жилой комплекс, наверное, надо было читать вот здесь. Вмещает до 15 граждан. А у нас сейчас население 85 граждан. Да тут целый огромный квартал надо строить. Отмена операции. А можно отменить-то, нет? Эм, черт. Я бы хотел Отменить, спасибо. Я думаю, что жилой квартал у нас будет в другом месте. Надо сперва с ресурсами э, доделать работу, так сказать. Можно его сделать, построить, кстати, да. Администратор, входящее сообщение от члена совета Мардука Арни Баржавиль. Банжур, администратор. Какой чудесный день, чтобы встретить судьбу, не так ли? Э, я, Андрей, писатель, философ, лоббист и прежде всего член совета Мардука. Я взял на себя смелость лично организовать обмен Уршанаби с Уршанаби, кораблем на высокой орбите, который принадлежит нашим коммерческим союзникам Аштангитам. Господи боже. Аштангиты не небольшая организация, но они наши важные партнеры, разделяющие наши прагматические, на нравственные и духовные взгляды. Они обеспечат нас пищей на период первоначальных испытаний Тикуна. Уршанаби станет нашим первым эксклюзивным торговым партнером, а мы докажем нашим давним союзникам, что хотим разделить с ними успехи Доллас. Ясно. Назначьте грузовой корабль, чтобы мы могли заняться обменом. Администратор, доверьтесь воле генов. Самоподобное пространство... Проявит закономерность. Ясно. Наша следующая задача сделать здесь, где я вам показывал, что у нас есть корабли. Грузовой корабль. Вот это вот обрамление, как мне кажется, они сделали лишним разработчики, потому что красный цвет как бы намекает, что я не могу это построить, а я могу. И я это делаю. Раз уж нам нужен первый грузовой, я просто хотел шахтера сразу построить. Ну ладно. У нас очередное событие доступно. Администратор, некоторым членам экипажа негде жить. Ну, понятно, построить жилье для всех членов экипажа на борту в течение 12 циклов или отказаться? Давайте попробуем построить. Давайте попробуем построить им жилой комплекс, чтобы они могли жить. И так, если у меня, значит, на паузу поставлю для того, чтобы математика моя смогла справиться с задачей. Если один дом вмещает 15 человек, то два дома 30, 4 60. А мне надо 85 вместить, значит, мне нужно сколько? 6 домов, правильно? И это будет 90 человек. Или неправильно? Наверное, правильно, да? 6 домов надо. Ну давайте, значит, я думаю, что они будут находиться здесь. Тут сделаем перекресточек. И, в общем, раз. Значит, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь дорогу в этот замечательный квартал жизни я провожу. Я обосрался. Да, черт. И здесь тоже надо отменить. Дело в том, что я хотел под лицо ее вот так делать. Потому что у нас тут уже дорога есть. Вот. Так что пришлось немножечко переделать. Но сейчас все будет хорошо. Единственное, только нам надо собрать больше стали. Но ну, хорошо с ней. Дела обстоят пока отлично. Потом мы, я так понимаю, сможем добывать со всяких там астероидов. И на этих астероидов будут происходить различные события. И гляньте-ка, подъехала платформа, на которой сейчас начнется строительство грузового корабля. Вот он какой, продолговатый, как писюн. Да. В общем, ресурсы на все здания есть, теперь надо только дождаться, когда их построят. Так что, вот. А, значит, Давайте посмотрим на следующую наши цель. Общественное питание. На, накормите людей тысячу в столовой 80. А, 100, 100 человек в столовой 84. А как я могу 100 человек накормить, когда у меня людей-то всего 85? 4. А куда-то один делся. А, он пошел э, пилотом корабля. Да, да, да. Там надо было еще одного человека туда отправить. Ну ладно. Так, у нас 44 еды. А здесь можно как-то сказать, что вы, ребята, можете больше хранить, чем 8. Ну, видимо, как-то можно будет потом. Ладно, строим здание пока что. Никуда не торопимся. В этом деле колонизационном нельзя торопиться, знаете ли. Вот. Новые здания. Есть какие-нибудь? У нас есть научная лаборатория, которая размером огромным просто. Посмотрите на этот толстячок. Я бы ее вот сюда в угол вставил, но пока не буду, дождусь задания. Давайте, ребятки, уже второй дом почти застроен. Мы уже 30 обеспечили. Это будет 45, 60, 75 и 90. Если я правильно посчитал. В кое-то веке. А то обычно у меня с этим не очень хорошо дела обстоят. Мне сразу в таких играх интересно очень. А, кстати, смотрите: мы можем переселять людей в различные отсеки из этого. И вот как раз это была подводка к вопросу: а можно ли здесь плодиться? И, по-моему, нельзя. Эта игра совмещает механики очень такие, знаете, странные, как по мне, из фростпанка. Это вот эти вот рандомные события, и есть некая глобальная карта. Есть карта вот такая, вот видите, и мы можем по ней летать нашими вот этими кораблями. Вот сейчас доделают они грузовой, и мы по поедем вот сюда, в Уршанаби, и будем просить у них немножечко, ну, вы понимаете, поесть. Он, по-моему, готов уже, нет? Он, по-моему, готов, да. Ну-ка, давайте. Значит, Уршанаби, здрасте. Мне нужно сходить в управление флотом и попросить грузовой корабль, у которого есть имя внезапно. Аль-Альдана. А вот это прикольно, кстати. И, в общем, вот эту Альдану мы попросим повозить, значит, вот эти вот прекрасные, прекрасную еду. И, смотрите, он автоматически отправляется со станции в Уршанаби и везет оттуда жрачку. Что, при... я еще, видите, куда могу управлять, но это попозже, когда построим двигатель Вохол. Вохл-мохл! А это же такое, вид снаружи. Вид снаружи очень красивый. Я прям, смотрите, ну, ну, просто шикарно. Очень классно. Колыбель человечества. Ну, или э, колыбель для какой-то корпорации. Так, тем временем у нас уже достроилось да почти все, один дом остался. И посмотрите, какие классные здания людей. Такой, знаете, типа... Я даже не знаю, с чем сравнить. Кибер... Киберпанктический стиль антиутопический когда они там чуть ли не в сотах живут. И кто-то уже штаны сушит. Вот так. Обделался, пока дом ждал. Ну ладно. Да, мы поняли, да. С управлением камеры проблем нет. Постройте научный корабль в стыковочном отсеке. Это я могу сделать. Вот он, научный корабль. А что у нас там по запасам? У нас мало шестереночек, которые полимеры. И больше я не вижу их. Здесь что? Здесь сталь. А, я до нее добраться не могу. Ну, извините, извините, простите. Вроде к остальным домикам подъезды есть. В общем, осталась только сталь. Да. Сейчас мы соберем второй корабль, и у нас э, отвалится, видите, уже 79 человек. А за все почему? Потому что вот этот научный корабль, он требует 5 человек в экипаж. То есть, видите, люди, которые у меня на борту, они тратятся, падлы. Я не успел еще начать играть. У меня уже люди кончаются. О, Сталь выглядит как гребаные криокапсулы. Но это сталь. М -м. Так, можно упороться. И построить э, пока... Я, конечно, понимаю, что лучше делать это, когда произойдет задание. Но у меня просто до хрена стали. А эта штука стоит 75. Вопрос только, куда ее пихнуть. И я, наверное, все-таки ее в этот угол и запихаю вот сюда. Но она прям как будто бы вот прям должна тут быть, понимаете? Здесь дорогу можно снести и продлить вот отсюда к ней. Вот 75. Охренеть, как много. А вот это, кстати, робот строительный едет. Смотрите, сейчас вот он. И, кстати, немножко переделали, я должен вам сказать. В демке они выглядели по-другому. Машинки, вроде бы, плюс-минус так же выглядели, а вот роботы строительные точно не так. Они больше на пылесосов были похожи. А если мне память не изменяет, конечно. Но я могу и я, я обосраться, да. А прямо в, по, под себя. Да. Так, наш исследовательский борт построен уже на 60%, практически. Я думаю, что сейчас мы полетим что-то исследовать. Вопрос только, куда делся мой замечательный грузовик? Грузовик, ты там навозился, нет? Уршанаби. Игнорируется. Корабль снабжения. А он просто висит здесь, да? Ясно. Можно поехать поизучать Луну, и, видимо, мы сейчас этим займемся, когда будет готов корабль. И можно даже, наверное, что-то начать исследовать, раз уж я почти построил исследовательскую лабораторию. Все, он почти готов. Он, кстати, довольно классный дизайн у него, смотрите. Вообще с дизайном в игре полный порядок. Удачи тебе, друг. совершите события Луна на карте планетарной системы. Я так и знал. Итак, сводка разведданных заброшенной базы. Эта база никем не используется, вспомогательные системы работают нормально, так что с их помощью можно восстановить питание, и имеется средняя вероятность найти ресурсы. Так, ожидание научного корабля. Иди. А, иди общайся с Луной. Классно, что все это происходит в реальном времени. Не нужно никакие там пропустить ход, нажимать и вот эти вот вещи. Итак, сообщает команда корабля. По предварительным, по предоставленным координатам мы добрались до базы ООН. Она заброшена и разгерметизирована. Однако система видеонаблюдения все еще работает. Ждем приказов. Использовать уязвимость системе безопасности. Взломав систему наблюдения, команда корабля найдет способ получить доступ к системам и извлечь все конфиденциальные научные данные. Или мы можем просто разобрать гребаную базу и подготовить полезные ресурсы. Слушайте, интересней пробраться и узнать, почему она пустая, например. Давай. Они будут делать это, походу, один цикл. И он, кстати, сейчас скончится. А, он начинает отсчитываться с этого момента. Ну, хорошо. Я думаю, они нам позвонят, когда закончат. Так что возвращаемся к нашим баранам внутри отсечным. 25 осталось стали. Можно попросить их. Ну, они пока возят. Они пока, да. У них там уже запрос на 90 стоит. Я просто хочу убрать все вот эти вот складские вещи, чтобы начинать уже что-то проектировать. Потому что здесь нужно заниматься городским планированием. Здравствуй, сети Skylines в космосе. Вот. И началось, наконец, строительство, которое, я так полагаю, будет довольно долго длиться, потому что штука довольно большая. Да, там еле-еле видна штучка. Так, что у нас с энергией, мне интересно. Потребление 39. На станции потребление, потребляется 100% энергии, на станции доступно 65% энергии. Аккумуляторов у нас нету. Условия оптимальные. Счастье счастливое. Да, это хорошо Вода в секторе ноль У нас воды нет А это хорошо или плохо? Я, наверное, думаю, что плохо Итак, сообщает команда корабля По вашему приказу мы взломали главные компьютеры системы И обнаружили важные исследования и, на и наборы данных И за всю, эту, за всю эту миссию мы заработаем 10 очков исследования а, и до кучи можно разобрать базу. Класс! Разбирайте, ребятки, разбирайте. То есть мы получим и научные данные, и ресурсы с этой базы. По-моему, это прекрасно. И возить, скорее всего, ресурсы вывозить. Мы будем уже использовать транспортный корабль. Да. Это тоже хорошо. Если посмотреть пока на ресурсы сверху, то мы можем видеть, что у нас есть некий углерод, которого почему-то ноль Или непонятно сколько У нас есть кремний Я так понимаю добывать будем Поставки обеспечивают Добыча и транспортник А потребляется это все Штука Где-то как-то напоминающая Теплицу, но может и не теплица Есть еще электроника, водород Отходы, лед Ну пища понятна Криокапсулы, это на дальняк Чтобы путешествовать нужно их будет строить ну и очки науки, которые мы сейчас привезем, и я так полагаю, вкинем в базу, в лабораторию. Вы что, уже закончили? Еще нет. Ну ладно. Странно, нам что-то... А, можно Марс еще поисследовать. Но ну, мы туда отправимся, когда вернем на базу то, что мы на Луне добыли. Че это? Прыг-скоки делать лишний раз. Так, я поставлю сразу все. Все ресурсы. Чтобы они забирали и не парились. И у нас все еще 79 человек. Они не рождаются, падлы. Колонисты, не, обраб... не... не работающие в космосе 6. А почему они бесят меня сильно? Ладно, пойдем в исследование. Итак, что мы можем посмотреть? У нас вот это вот все исследовано, где галочка стоит. Можно ферму по развитию насекомых построить, что обеспечит нас едой. Кстати... У нас также есть шлюз для ВКД, восстанавливает до 48 дней с корпуса каждый цикл, это, я так понимаю, ремонтная история. Есть пусковая установка для зондов, и его, в общем-то больше ничего, ладно. Вы готовы, господа? Добыча очков науки, 7-6. Корабль собирает очки науки, ну давай собирай. База демонтирована, большая часть оборудования повреждена, но мы подготовили к транспортировке полезные ресурсы. 90 исследовательских пакетов и 30 стали. А вы понимаете, что это потрясающе, потому что мы в итоге-то 100 получили, а могли только 90 собрать. Вот так вот. Соберите очки науки на Луне, задача горит. Ну, будем собирать, что. Почему-то 93. Хотя я вроде как 100 заработал. Ну ладно, будем ждать. Это не быстро, как показывает практика. Так, что еще я могу вам, дети мои, сделать? Хочется мне следующий прием через циклов 4. Они раз в 4 цикла жрут. Я им поставил госпиталь. И у нас есть теперь столовая. А, подождите, это же есть столовая, да? Ну да. Я почему-то решил, что это кухня, а столовая это отдельное здание. Стыковочный отсек на самом деле не такой уж и дорогой Я за 60-то стали можно себе позволить Но мне кажется, лучше, наверное, просто пару складов еще забабахать И нормально себя чувствовать Так, это у нас запчасти Вот э, как можно поступить Я не сейчас дострою склады, я сейчас попробую перенести эти ресурсы на эти два склада А эти два склада поставить под э, сталь можно ли так сделать, я не знаю, но мы сейчас это дело проверим. Строится все довольно быстро. Но FPS в игре залочен, что ли? Представляете, FPS-то был залочен, а я вот его сейчас разлочил. И гляньте, как теперь все плавно, красиво, хорошо. Он все равно не идеальный, он не, не 60, он 53, но уже не 30, так что я рад. Итак, у нас готов склад, и давайте попробуем поставить сюда полимеры, а вот здесь полимеры убрать. Да, они перевозят. Как удобно, а? Как удобно. Потрясающе. А здесь мы поставим сталь. Все. И здесь мы сделаем сейчас то же самое. Мы всю эту пшеницу, которая здесь находится, мы перебросим в дальний склад. А здесь будет тоже сталь. Я просто хочу освободить весь наш этот отсек от лишнего загромождение ресурсами. Так. И вот так. Все. К очень удобно. Класс. Респект. Разрабом. Ну и мне тоже. Я же так придумал. Я молодец. Ну что там, ребята? Долго вы будете телиться с этими очками науки? 12 им еще собрать осталось. Ужас какой. Какие они медленные. Можно, конечно, ускорить процесс. Но знаете, в таких играх, когда ты ускоряешь, можно немножко что-нибудь пропустить важное. И я ускорю, ладно. Администратор, входящее сообщение от главы здравоохранения Долас, доктора Абхинава Мунчи. Ну, давай. Привет, админ. Я доктор Мунчи, эксперт Долас в области компартментализации и медицины, член Совета Мордука. Наконец, рад познакомиться, пусть и в цифровом формате у вас Довольно внушительные результаты психологического анализа Мой друг и коллега Филипп Стэнфорд не может сегодня присутствовать Так что я возьму на себя его обязанность и расскажу вам о финальных этапах интеграции двигателя Вохал. Однако перед этим мне нужно, чтобы вы протестировали возможности разведки и модернизации на станции Затем вы сможете приступить к изучению шлюза для ВКД и оценить его совместимость с основными системами ТИКУНА Надеюсь, что работа вашей команды поможет вам справиться с большинством ситуаций, с которыми вы там столкнетесь. Пока я не ушел, Стэнфорд просил меня напомнить вам, что космос не такое сказочное и снисходительное место, как описывает научная фантастика. Не забывайте об этом. А, это ты про чужого, да? Мне сейчас рассказываешь, что он мне там э, фантастически описывает космос. Ты не смотрел кино, мистер доктор? Да. Сейчас наша задача исследовать шлюз для ВКД. А я бы хотел, если честно, учитывая, сколько у меня очков науки, а их 100, я бы хотел упороться по ферме. Но давайте, учитывая, что у меня их 100, опять же, я, наверное, все-таки сделаю, как они просят. И мы, э, значит, исследуем шлюз для ВКД. Вот. Циклов 2,5 это займет. Ну и пусть занимает. Значит, наш корабль вернулся, сам, что ли? О, я не знаю. Так, господин Франциск, домой пошел. Мы сейчас возьмем нашу Альдану и попросим ее привести вот это. И все. И транспортник автоматически, зная, что здесь находятся ресурсы, отправляется туда, чтобы их утащить. А Франциск поехал на Марс, потому что там пишут тоже какая-то движуха имеется. Вот поэтому... Долго он будет ехать, конечно же, да. Ну как твои исследовательские потуги? 33% выполнено, давайте ускорим процесс. Я говорил, что я не хочу так делать, но я буду так делать. Ресурсы привезли, господа. Грузовик подъехал, ресурсы выгрузил. Итак, исследование завершено. Доступна технология шлюз для ВКД. И теперь мы можем его, я так понимаю, строить, да? какая здоровая тварь. О, огромная гадина. Ну, давайте ее построим вот здесь, вот. Красивая тоже скотина. Так, мне надо... Черт, у меня стали перебор. А как мне отсюда избавиться? Вот этот магазин мне тут не нужен. Так, у нас до Марса долетел исследовательский зонд, корабль Но подождите, подождите с Марсом У меня проблема посерьезнее Мне некуда складывать сталь Придется еще немножко расширить наши владения э, Значит, вот мы, наверное Вот сюда полимеры положим Вот так А здесь у нас будет еда А здесь у нас будет сталь все, развлекайтесь. Блин, они сейчас, знаете, как на зло будут выковыривать вот из этих зданий, а на это забьют. А, я ж могу, я ж могу попросить их забить на все здания, кроме того. Да ладно, здесь заберите. Вот. Теперь они точно будут правильно работать. И поедут они забирать уже отсюда стали. Это мне нужно, чтобы построить дорогу, понимаете? Я хочу, чтобы здесь была дорога. Да, слушайте, складов в этой игре надо прям до хрена. И у нас. Нет, на ближайших складах недостаточно пищи. Что ты бесишь-то меня? 32. Только не говори, что из-за того, что он далеко он не считается ближайшим. Или он еще просто не построился? А, все. Он пока не построен, они не понимают, где пища. Ну, бывает, что, глупые люди, да. Так, ну все, сносите. Мне можно уже дорогу здесь сделать. Спасибо. Подключаем наш ВКД И нам, как вы видите, нужно привезти сюда 90 стали Вот Я уж пока не понимаю, зачем Но мы это дело, наверное, сейчас привезем Потому что у меня стали-то как бы до хера И даже немножко больше Сейчас они доделают последнюю дорожку. И смотрите, сталь хлынула изо всех складов в эту штуку. И я думаю, товарищи, мы на этом закончим нашу первую серию по игрушек в Иксион. Что будет дальше, вы узнаете уже во второй. И что мы там на Марсе найдем тоже. Спасибо вам, что смотрели. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать меня на бусте И приходите на стримы, они происходят каждый день. А у меня на этом все. Услышимся скоро.